Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Выходные в этот раз выдались, конечно, жаркие. За один выпуск всего и не расскажешь, но я все-таки попробую. Больше всего новостей с PlayStation Experience. С нее и начнем. Хидео Кодзима обмолвился, что показанная в трейлере Death Stranding подводная сцена была полностью играбельной и запущена на PS4 Pro. Кроме того, игра все больше обретает форму и на данный момент готова уже минимум 4-5 часов геймплея. Похоже, не врал Кодзима, когда говорил, что они уже на финишной прямой. Но что нам эти 4-5 часов, когда у God of War их аж до 35? Вряд ли, конечно, чистого сюжета, но хочется верить, что разработчики не испортят игру безликими побочками. Тем временем парни из Sucker Punch хвалятся своей новой Ghost of Tsushima, говоря, самая большая игра из всех, что у них были до этого. Кроме того, для большей достоверности их консультируют специальная команда из Японии, правда, когда будет релиз, не раскалываются. Отдельно расскажу про переиздание. HD ремастер Shadow of the Colossus обзавелся новым геймплейным видео, и если, глядя на него, у тебя начинают капать слюни, это нормально. Другое HD переиздание классики отделалось невнятным тизером и обещанием поделиться подробностями скоро. Я Medieval, если что. Для успокоения души добавил футажи фанатского ремастера на 4-м Unreal Engine. Ладно, хорош про игры, там про кино много интересного. Для начала трейлер экранизации «Алиты». Когда он вышел, я слышал громкие хлопки где-то в землях анимешников, но, как по мне, все очень неплохо, кроме, боже мой, эти глаза. Стоит сказать спасибо за то, что фильм не сгнил в производственном аду и вроде как выходит летом 18-го. Так, глядишь, и Акиру в самом деле в Айтити снимет. Еще один внезапный и супер крутой анонс — Spider-Man Into the Spider-Verse. Помимо отсутствия слухов, внезапно он еще и потому, что это Питер Паркер, а это Майлз Моралес. Мне понравилось все. Крутейший арт-дирекшн, классная анимация, даже эти Pixar и диснеевские мордашки ничего так. Одно плохо, ждать еще целый год. Сценарист «Сорвиголовы» стал шоураннером сериала по «Ведьмаку» на Netflix. А Тарантино с Джей Джей Абрамсом, походу, не шутят. Для своего «Стартрека» они уже выбили рейтинг R и вроде как сценариста «Выжившего». Интригует, конечно, что же из этого всего выйдет. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся, заходи на konobu.ru. Меня зовут Джон Никола, и до встречи на том же самом сайте.